происходит через сочетание и через его поиск происходит напряжение. Я ногами обратно удал. Я принял, продлил, сделал пущение. Я также продлил на другой пропорции. Ну, пропорция это разница. Назад. Вверх. Получается, а моя задача сюда войти и начать. Этот вариант. Впереди стоящая нога уходит вниз. Вставайте. В вашем случае масса тела по отношению меньше, но как крючку на него вешать. Мы с вами сейчас рассмотрим все те же три угла. Без тела. Он все равно встает, когда уже. Какая ошибка? Я сломался. Я к нему подхожу. Я же хочу переднюю ногу ему продавить. Правильно? Смотрите. Вы накручены в центральный. Хотя я выглядел, что я все равно же делал шаг. Но я делал курс вращения. Накручиваем на себя. Теперь, когда мой партнер встает, локтевой сгиб уходит вперед. Что отсюда следует? Отсюда следует секунда. Мой партнер держится, сейчас не держится. Тогда я иду. Здесь так получилось, что он держится. Не даем делать такую страховку. Жизнь. То есть здесь еще не прошел циклонарий, он держал за два. Опять раз, раз. Здесь пошел кофе-кофе. В зависимости от того, как он держит руку. Он встает на меня. Я ухожу вниз.
Его направление в меня, мое ниже и в него. Земля сильная. И постоянно его слушать, слышать. Заканчиваю.